сюда, идет сюда сначала, здесь еловые отстойники. Еловые отстойники отстаивается, потом идет туда большой накопитель. А с большого накопителя уже продают. Какой большой накопитель? Вот пойдемте, я покажу. Вот тот. Да, да, да. Который у вас вырывался. Какой? Он ничего не вырывался. Куда он вырывался? Там никто не вырывал его ничего. Нигде не огораживается. Вот будут ребятишки бегать, играть. Здесь ребятишкам совершенно делать нечего, как вам, ребятишки играть. Здесь не играют ребятишки. Ну, вы маленьким были. Ну, конечно, вы сами понимаете, что детям много нужно. Здесь нет ограждения, нет знаков. Здесь по проекту нет ограждения. Здесь, по идее, сухо должно быть. А это что, не сухо, что ли? Вот, смотрите. Да вы чего, смотрите. Да сейчас на поле, я уже вижу, на поле такая же грязь будет. Чё, вот смотрите? Потеки, оно же видно, что вода. Нет. Сейчас дождь пойдет, и здесь опять потеки пойдут. Ну так, ну она и высохла. Она и высохла. Там, видите, все высохло. А в кочках, в болоте там и вода. Здесь кто стоит, пойдемте. Только вода стоит. Ну, если вы ни разу не были на поле. Болото вверх, вода не идет. Она идет вниз, ее видно, что. Вода сверху вниз убежала, правильно, это когда. Не вода, это какая-то же трава. Все здесь растет, зарастало. Сейчас трава растет, а через метр трава не растет. Но она здесь, еще раз повторяю, здесь ничего нет воды. Не бежит, вы что, видите, что не бежит. Это она не бежала. Не бежит. Она вот никогда здесь не бежит. Но это не болото. Нет, конечно. Это просто обычное дерьмо, которое сюда сливается. Здесь тоже дерьмо. Только с этой стороны. Ну, оно просто еще не все успело высохнуть. Да, да, да. Как он говорит. Да почему здесь? Какая почва? Вот. Вон водоем. Ага. Откуда вот этот водоем? А, видите, такая же канавеска, как и вон там. Ага. И вот такая гора. Труба идет, и гора такая. Ага. Как будто бы они вообще фекалии прямо вот так вот выливают, а вся жижа. Это густая, там часть остается, а вся жижа просто сюда растекается. А, вон там КНС-ка, где труба выходит. Я так понимаю, здесь по естественному рельефу все, что жидкое, оно сюда вытекает. Поэтому вот это, скорее всего, весь участок тоже загрязнен вместе вот с этим. Через дорогу. Через дорогу. Туда уходит. И это все туда течет. Вот был, как бы, потому что там же был этот сюжет. Вот вонь сильнейшая. Всего в 5 минутах от жилых домов. Чуть дальше на квадрокоптере мы увидели точно такой же водоем. И он уже впадал в реку. Ну все, вот это вот здесь я был. Не, а пробы не отбирали? Нет, что там надо приказ взять, чтобы пробу отбирать. Нам не главное. А вот если снегом засыпет, то вы сможете пробовать? Да, не засыпет. Оно уже приказ тоже подготовлен, сейчас его смотрим. Я знаю, что и Роспроднадзор тоже планирует выезжать. Ну, я не знаю. А это получается с новой фермы, да, идет? Да, по ходу дела так. Лиф вот сюда идет, с горы. И вот мы сейчас прямо на ручье находимся. И вот она вот сюда вот так вот течет, вот по вот этому желобку. И туда. В речечку, да? И туда, да, в речечку. В речечку стекает. Со спутника прямо видно. Зайти в сапогах, уйти. Ну, да, мне кажется, что странно. Странного вида берег у этой речки.